Так, Филипп, все, я... Тысяча извинений. Слушай, я в начале игры, вы так бодро начали. Начали за здравие, закончили за упокой. Да. Слушай, ну, ладно, не 20 очков, всего лишь 19. Ну, а почему? А на самом деле как-то просто ребята под конец устают. Соперник начинает читать наши действия. За счет этого мы начинаем ошибаться, спешить и играть, что называется, бей-беги. И за счет этого, да, за счет этого по итогу мы просто не успеваем в защиту, и нам такие свободные забивают. Угу. Слушай, ну а что, ты прям устал? Я нет. У меня сегодня не шла игра, и поэтому тренер не выпускал. Ага, понятно. То есть ты был наказан, по сути. Фактически, да. А скажи, пожалуйста, вот тебя подтянул играть отец. Ты как-то сам захотел в НБЛ участвовать или были какие-то другие обстоятельства? Подтянул играть, да, отец, но он меня никогда не тренировал, тренировался я сам, а потом просто он меня как-то позвал на тренировку с Востоком. Но я с ними отходил на тренировку год и потом сказал: парни, заявите меня. Ну, вот так и попал сюда. Угу. И как тебе вообще в команде, нравится? Да, есть командная химия, ребята друг друга уважают, поддерживают всегда. Но не хватает все-таки пока еще сыгранности. Угу. Но вы над этим, я так понимаю, работаете, поскольку тренер вам дает вот установки, прям комбинации, какие-то, да, пытаетесь отыгрывать. Тренер нам помогает, и каждый раз на тренировке мы отрабатываем ошибки, мы отрабатываем новые варианты того, как выходить из-под плотной опеки, из того, как в принципе играть нам в атаке. И, ну, потихоньку прогресс виден на самом деле. Да, что... да. Ну, опять же, вы даете бой фаворит команды не слабых. Вы по итогу вы проиграли, потому что вам не хватило физухи, грубо говоря. Четвертая четверть, да. Да, но играли. В целом вы их неплохо так нормально на комбинациях тоже отыгрывали. Да. Слушай, а ты вообще как-то следишь за НБЛом или не интересуешься? Ну, посматриваю новости, посматриваю интервью, разные отчеты матчей. Ага. Может, есть какая-то команда, которая тебе симпатизирует? Да, особо нет. Просто слежу за обстановкой. Ну, то есть ты просто вот следишь, ни за кого там не болеешь, ну, не да, интересно, да. Кто как да. развивается. А если бы ты мог выбрать какую-то вот на выбор любую команду, ну, вот вообще любую, неважно там, где твой отец играет, вот, кого бы ты выбрал? Не, я бы все-таки в Востоке остался. Восток? Да. То есть ты уже сыгрался, тебе все сыгрался, нравится? Сыгрался, да, с ребятами близкими стали, поэтому сейчас куда-то переходить никакого нет желания. Ты баскетбол выбрал вообще как спорт для жизни, потому что твой отец им увлекается, или это был ты вот сам? Ну, так вышло, после того, как пришлось закончить с теннисом, ближайший спорт. Так, у нас еще один теннисист бывший. Да. Кстати, между прочим, тоже бывший теннисист против тебя сегодня играл. Что с теннисом произошло? А я диабетом заболел. Я диабетом заболел. Вот. Так, ладно. Ну, как-то, да. Не будем о грустном. Ну, по итогу баскетбол оказался ближайший спорт, в который можно было уйти. Ну, и потихонечку вот влился, и все. Скучаешь по теннису или баскетбол тебе его хорошо восполнил? Ну, баскетбол все-таки нравится побольше, но периодически по теннису, да, скучаю. Ага. А почему, чем тебе больше баскетбол нравится? Можно со всеми попихаться, потолкаться? Можно как-то так сказать. Более динамичная игра, не знаю, больше как-то... Сложно больше это объяснить, это надо прочувствовать, да, этот момент только прочувствовать, его на словах объяснить достаточно сложно. Хорошо, спасибо большое за интервью, я желаю вашей команде успехов в вашем дивизионе, попасть в четверочку, выйти в топ-8, не болейте, без травм, и я надеюсь, что вы Кривальцевича уже когда-нибудь подтянете на игру. Постараемся. Вам его не хватает. Постараемся.